Привет, ребята, еще раз, еще один пятничный анекдотис. Батюшка такой стоит, такси ловит, ну, вроде поймал, сел, поехали. А таксист, блин, лютый попался и гонит прямо вообще почем зря. И такой, фигак в яму колесом, и, блядь, выругался. Батюшка молчит, едут дальше. Таксист опять гонит, опять в яму колесом влетает, опять, сука! Батюшка молчит, едут дальше. Этот опять в яму влетает и такой, да ну нахуй! Батюшка уже не выдержал. Сын мой, слышь, не ругайся. Говори лучше, хвала Господу, и все будет хорошо. Ну вот, едут дальше. И вдруг в открытый люк влетает, колесо нахер отрывается, улетело куда-то. Таксист такой, хвала Господу. Опа, колесо обратно возвращается, само прикручивается. Батюшка такой, да ну нахуй! Пока, ребят, всем здоровья и процветания.